Итак, друзья, сейчас Елена покажет мне свою тренировку, а проследит за правильностью выполнения упражнений тренер фитнес-клуба Егор. Привет, Егор. Привет. Лена, что мы сегодня будем делать? Мы сегодня будем выполнять круговую тренировку в петлях ТРХ с завершением кардионагрузки на беговой дорожке. Давай приступим. Наша тренировка будет состоять из 4 упражнений на основные группы мышц: пресс, ноги, спина и грудь. Оптимальное количество повторений от 30 до 50. Начинаем нашу тренировку с суставной разминки. Делай за мной. Первое упражнение на пресс – подтягивание колени и груди. Следующее упражнение – отжимание в петли. Поехали! Следующее упражнение – приседание в петли. Четвертое упражнение – подтягивание в петли. Чем больше наклон, тем сложнее упражнение. И более того, чем шире у нас постановка ног, тем данное упражнение становится легче. И завершает круг упражнений кардиосессии на 10-15 минут на пульсе 130-140 ударов в минуту. Спасибо тебе, Елена, за продуктивную и интересную тренировку. Благодаря тебе я узнала, что такое ТРХ-петли. Егор, спасибо за помощь и дельные советы. Ну и, конечно, наша тренировка не состоялась бы без фитнес-клуба «Стронг».